Здравствуйте. Короче, заскочил буквально часа на 2-3. Ну и, в общем, решил зарыть это дело все. Вот дернями обошел кругом, зарываю. Ну, смотрите, чтобы такого не было сплошного, хотя здесь ям таких прям явных. Чтобы было все культурно. Вот там, блин, замерзла верхушка. Нифига что-то. Ну, вот здесь я копаю и решил заодно, может, думаю, чуть-чуть добью вот здесь кусочек. Буквально, говорю, времени. Сейчас уже 3 часа. Ну, в принципе, 3 часа до 6, до 7 можно поковырять немножко. И вот раз сигналис выскочил, смотрите, какая фентиклюшка. И металл мы решили отсюда добирать. Сейчас все, черт, убрал остатки. Больше не потащит. Металла вышел здесь. Где-то килограмм 370 у нас. Ну, плюс-минус там, я не знаю, так приблизительно скидку завешивают. Вот, для приемки уж проверить. А там будем сдаваться, поднакопим. Мы копим просто его. Не сдаем. Сдаем уже объемом. То есть хотя бы тонна, там больше. Тонна две обычно накапливаем. Так, ну вот, где-то час работы, короче. Вот так я подзакидал. Мусор тоже сюда, вот ямку все сложил, более-менее крупную. Сейчас это дело прикопаю. Блин, ну конечно. Блин, вот там бровку чуть-чуть не добил. Замерзшая земля, вон комки. Нифига не это. Бил-бил лопатой, блин. Не подается. Так, по возможности сейчас это дело. Ну, в общем, вот так уже больших нету таких овраженных. Более-менее заровнено. Вот пока, короче, закидывал. Вон еще кое-что надыбал. 3 копейки 54-го года. Выскочил с отвала. Потом от Зингера табличка такая уставшая. Вот фурнитурка интересная попалась. Смотрите. Открывается. Как мы видим. Ну вот помыть. Все открывается. И закрывается. И снова открывается. Ну, в общем, такая антуражная вещь. Вон две подковки. Не гнилые, может, даже заберу. Ну и вот цветничка всякого. Что-то там сгорело добротное такое, медное. Вон. Медяшка. Гарышей. Наверное, полкило будет. Что-то горело такое, непонятно. Что-то хорошее горело. Проволочка. Полкило где-то меди. Ну, пойдет. Фу, сейчас не знаю. Вот это еще попробую немножко закидать. Прям не продолбить. Замерзло сверху, блин. Вон, видите, лужи стоят. Мороз был ночью. Сейчас вроде отходит. Так, ребят, короче. Все, шурф я закрыл и решил. Остается мне час-два. Ну, там посмотрю по обстоятельствам. Решил я, ребят, залезть на этот чердак. Пока он совсем не рухнул, естественно. Вот туда я не пойду. Это совсем валится. А вот здесь вот, блин, руки трясутся. Такое стремноватая тема. А вот здесь по засыпке можно пройтись. Был сигнал хороший. И вот в засыпке монетка какая-то. И, по-моему, это советен ранее. Вот что интересно самое. Блин, я на чердаке, честно сказать, кроме поздних советов, никогда ничего не находил. То есть 80-е, 70-е. Обалдеть, нифига себе. Первая ранняя советина чердачная. Никак я не ожидал. Короче, 29-й год, по-моему. Ладно, не суть. Времени мало, потом рассмотрю. Надо отсюда вылазить нахер. Быдин дышался просто, блядь. Здесь в респираторе надо. Я твой дом труба шатал. Все, вылезаю нахер. Больше ничего не нашел. Единственное, книжечку. Сейчас заберу вниз, там рассмотрю. В общем, такая книжечка. «Свет и зрение. Научно-популярная библиотека солдата и матроса». И смотрите, это издание 49-го года. Не знаю, может, интересно. Возьмем, там почитаю, полистаю. Все, вроде такого здесь ничего нету больше, блин. Насыпка такая. Солома или сено с
песком. Ну вот прошел здесь тоже чуть-чуть прошел, все, не выдержу, слезаю вот в эту дыру, сейчас заныриваю обратно и все. Нет, лучше он тут в саду погуляю. Так, ну вот полазил я там еще по огороду, блин, чердака слез, и ничего больше, одни пробки, блин, пробки, проволока, всякая херня. Вот это вот цветничка набрал, еще на этот всяких осколок, всякое, какие-то эти звездочки, болтики, все это, цветметь, пробочка жигулевская, такая, кто-то коллекционирует, но я их так в кучу скидываю, чтобы было. Ну вот, замочек такой, это прикольная тема. Ну и две монетки, короче. Трешка 54-го и 29-го пятачок. В общем так, ну главное все, шур зарыл, сегодня я кратенько так, где-то часа три походил, уже вот темняется, сейчас буду вылазить. Уже, блин, 7 часов. Ладно, всем удачи, всем счастливо, всем пока.